привет! С вами снова я, Олег Демешкин, мой сын Евгений. Тот же самый вездеход Термит, который претерпел уже многочисленные доработки. Первый — это по ходовой. Заменили все сайлентблоки, поставили второпластовые втулки. Сейчас колеса не разбегаются. Немножко поработали с натяжителями, поставили более мощные резьбы. Ну, в общем-то, по ходовой все, наверное, нормально себя ведет. Бензобак, помните, да, был под сиденьями. Сейчас мы его перенесли сбоку, так что аккумулятор, глушитель, там бензин в безопасности. Пожалуй, все, едет нормально. Машина, скажем, прямо нелегкая. Вот. По болоту, если она пойдет, то по пояс в грязи. Залазит на 45 градусов. В принципе, залезет и на стенку, если хватит ездить. Стенка, как всегда, у нас 15 мм. Всегда 15 мм. Вот. Потолкали маленько деревья. На днище залезли, на сами снизу. В общем-то, хорошо, мне добавить машину. Все, вездеход пошел на продажу, за 450 рублей я его отдам. 1000 рублей. Всем спасибо.